Вы сами ложите под заказ, это производитель. Это ручная работа, сами делают наши студенты. Когда последний раз был товарищ журналист в Саратове? Ну посмотрите, презентация какая. Мы должны порадоваться за это. И пожалуйста, для городской среды. Молодцы, и светильники. Вот, пожалуйста, обустройте. Да. Да? Обращаем ваше внимание. И плитку сами делаете? Плитку. Да вы что? Это змейка, это чешуя. Вот для места отдыха как раз я буду делать лавочки, чтобы вот выставил такой принцип. Готов. Около Министерства образования 60 метров уже положили. Мы вчера закладывали начало строительства поселка ветеранов в Азии. И там, как бы учитывая экономическую составляющую, социальную составляющую, привезли первый такой блок с Самары. Он блок такой, с вставкой такой, керамический.